Я доктор Нина Яхимович, врач-косметолог-дерматолог с 20-летним стажем работы. Полимолочная кислота – это один из самых мощных стимуляторов роста коллагена, известных в эстетической медицине. В общей медицине он появился давно, с 1930 года, как препарат для лечения липодистрофии у больных ВИЧ-инфекцией. Но со временем заметили, что он очень хорошо влияет на качество кожи, дает очень натуральный объем лица, и он был зарегистрирован для применения в эстетической медицине. На нашем рынке этот препарат появился сравнительно недавно, и это очень радует, потому что у нас появилась возможность правильно корректировать лица, получать натуральный объем и очень хорошее качество кожи. Показания для применения полимолочной кислоты очень широкие. Это все те ситуации, когда мы хотим улучшить качество кожи, подтянуть кожу, создать естественный каркас лица, который не будет давать возможности лицу со временем опускаться, деформироваться контур и овал лица. У полимолочной кислоты Эстефил есть версия Powerfill, которая применяется для коррекции тела. И это очень радует, потому что в прежних версиях полимолочной кислоты этой возможности не было. Для того, чтобы процедура с применением полимолочной кислоты у нас прошла эффективно и был доволен и пациент, и врач, нам нужно правильно подходить к выбору пациента. Во-первых, пациент должен понимать, что результат от процедуры с применением полимолочной кислоты не будет сегодня и не будет даже завтра. То есть он должен быть терпеливым и понимать, что результат он начнет видеть примерно через 2 месяца. Но этот результат будет накапливаться до 6 месяцев. И самый приятный бонус в том, что результат от применения полимолочной кислоты сохраняется до 2 лет. Процедура проходит достаточно легко и комфортно, не требует особого периода реабилитации, кроме некоторых ограничений в постпроцедурном периоде. Это исключение пребывания на открытом солнце, посещение солярия и сауны в течение месяца. Как я уже говорила, видимый результат от процедуры мы должны ожидать примерно через 2 месяца. В это время мы замечаем, что лицо начинает свежеть, подтягиваться и постепенно приобретает контуры, такие, которые были когда-то в молодости. Самое приятное в этой процедуре, что лицо выглядит совершенно натурально и нет никаких признаков того, что этого лица когда-то касалась рука врача-косметолога. А это самое главное в наше время. Самое приятное в этой процедуре, что мы получаем максимально естественный результат. Хочу сказать, что несмотря на то, что этот препарат недавно появился на молдавском рынке, он является моим самым любимым препаратом в течение почти 20 лет. И хочу объяснить почему. Это препарат максимально естественного омоложения, который не меняет особенностей лица, дает очень хороший эффект подтяжки и надолго отодвигает необходимость хирургического вмешательства.